Последние приготовления перед стартом на треке «Динамо». После зимнего сезона это первые заезды велосипедистов. Впереди многочисленные областные, российские, даже международные состязания. Поэтому так важно начать бодро это соревновательное лето. Самые ближайшие у нас соревнования, они пройдут в Омске. Это наша традиционная многодневная велогонка, которая начнется 9 числа с 9 по 15. То есть и в ней вот часть ребят из моей сборной конкретно примут участие. Они младшие, но их допускают, ну, как для опыта, для получения опыта. В этом году спортсмены Омского велоцентра получили новую спортивную форму, которая была так необходима велосипедистам. В этом году в рамках рекламного бюджета было принято решение направить денежные средства на изготовление брендированной велосипедной формы. Ранее у нас уже был опыт поддержки велосипедного спорта в Омской области. Яркая расцветка, удобная форма, сверхлегкие материалы новой экипировки, безусловно, посодействуют предстоящим успехам, уверен тренер областной сборной. Бросается в глаза. То есть то, что нам нужно, это чтобы и водители видели на дороге, лишний раз уступали. Ну и в гонке, что область представляли, видно было. На старте сезона велоспортсмены преодолели гид с места на 500 метров, индивидуальную гонку преследования, а также групповые гонки по очкам.